За прошедшую неделю в скорую помощь медико-санитарной части поступил 191 вызов. Простудные заболевания зарегистрированы у 251 жителя. Несмотря на этот показатель, рост заболеваемости пока не наблюдается. В акушерском отделении родились 4 младенца. В ходе совещания обсуждались и вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Инженерные сети эксплуатируются в нормальном режиме. Значит, нарушений эксплуатации по многоквартирным домам и соцобъектам нет. В ноябре Десногорск ждут интересные культурные и спортивные мероприятия. С 9 по 11 ноября в здании ФОК «Десна» состоится 16-й межрегиональный турнир по боксу, посвященный памяти заслуженного энергетика Российской Федерации Крылова. 9 ноября все жители и гости города в 14:30 приглашаем на торжественное открытие. Также Анна Королева напомнила о том, что в городе проходит акция «Я доброволец». Десногорцы могут сдать одежду, обувь, детские книги и игрушки в помощь малоимущим семьям. Дополнительную информацию можно получить по телефону 3 25 04. Ирина Нурматова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.